Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую заместителем главы Россотрудничества. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступает в силу со дня подписания. Другим указом глава государства освободил Наталью Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде, которую она занимала всего 2,5 месяца, но, по сути, так и не приступила к исполнению обязанностей. Напомним, ранее бывший депутат Государственной Думы сообщил о СМИ, что не сможет стать дипломатическим служащим по личным причинам. Она добавила, что готова продолжить работу на любой должности, где будет полезно государству. В октябре 2021-го стало известно о назначении Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде. Вслед за этим начали поступать угрозы со стороны украинских политиков о том, что они запросят экстрадицию экс-прокурора Крыма.